26 сентября 2019 года. 16:27 по Самаре. Ну что ж, поехали. Первый из трех. Первая попытка. Ух ты, блин, недалек. Ты фиг найдешь его. Вторая из трех. Воткнул. Чуть-чуть прям к мишени. Третья попытка. Ну, в принципе, воткнуть-то я воткнул фанерный лист. 50 метров. Но надо же в мишень попасть. Вот он. Острием воткнулся, а не попой. Зачет. Из бокса достанем. Мир предосторожности. А в принципе я уже прибросался. Разброс не такой великий. Так, ну вот. 50 метров. Вот он как воткнулся. Острием, а не попой. Так что вот, что могу сказать. Мишень чистая. Ничего не торчит, все без обмана. 50 метров не изменилось. Сюрикен один потерял, пришлось разбавить другим. Он подлиннее и потоньше. Так, мне еще гвозди кидать, поэтому последний проброс. В принципе, я уже воткнул, и этого достаточно. 50 метров, первые стройки. Первые стройки. Два, да ладно. Короче, первые стройки. 50 метров, сюрикен. Ё-моё, капитальный перелет. Второй из тройки. Недолет. И длинный, надеюсь, воткнется красненький квадратик. Фиг с ним, красненький прямоугольник. Нет. Ну, в принципе, этого достаточно. На таком расстоянии два раза я фанеру зарядил. Думаю, этого хорош. Мне еще гвозди бросать 50 метров. Где он там? Так, попой воткнулся. Ну и ладно. Один первый нормально воткнулся, а это попой. Ну и для 50 метров. Так, у нас красненьким это 60 сантиметров. Плюс по 20. Нет. Ну, в полтора. Полтора на полтора метра. Я уместился, если считать мишень. В принципе, два втыка сегодня и один вчерашний покажу. Подписывайтесь на канал, дальше будет интересней. С этими одинаковый по размеру и по массе, он бы прокрутился, воткнулся как надо. Ну, камеру туда тащить смысла не вижу, и так нормально. Меряем расстояние. Видно, не видно там. Но если брать квадрат полтора метра, полтора на полтора метра, то я уместился в эту задачу. Тут, конечно, я фантастику загнул с 50 метров. Это, конечно, нереально. Может, тут и реально, но, по крайней мере, полтораметровый квадрат я уместился.
Вот у меня такая мишень форматом. Тут я, конечно, невыполнимую задачу поставил, попасть в красненькое. Но, по крайней мере, я все-таки попал. Это будет следующее видео. Повредил я, когда вот эти стрельбища вел под лопаткой мышцу. Из-за этого далеко метать не смог. Но мне помогла природа. Я 2 раза красную мишень поразил. Поехали. 50 метров красная. И далек. Рикошетом в красный я воткнул. Yes! Я попал в красный рикошетом. Это засчитывается. Ура! Мишень я поразил отскоком от земли. Сильный кадр. И воткнулся острием, а не ручкой. Не ручкой воткнулся, а острием. Задачу никто не отменял, она красная. Не рикошетом, а нормально сами. Поехали. 1 из 4. Ух ты, ё-моё, а! Все, рука сказывается. 2 из 4. Красненькая. Больно. Но русские все стерпят и победят. Вот так вот. Красную мишень. Не долетает. Больно мне все-таки. Так. 3 из 4. Во, давай, 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 давай. Удалил, блин. 4 из 4. Золотой, вы должны воткнуться. Второй раз рикошетом воткнул. Обалдеть не встать. Но это вообще. От камня золотой сюрикен опять отрикошетил. И воткнулся. Только не опять золотой. Где он там? Красава. Но это вообще. 2 раза рикошетом сюрикен воткнулся. Но учитывая то, что на 2-м ярусе стоит мишень, на 1-м ярусе я бы добросил бы, если бы ровная площадка была. В этот раз камеру точно надо достать. Пускай он и ручкой воткнулся, но как он оттуда отскочил, замедление это будет. Красную мишень 2 раза рикошетом сегодня зарядил. Вот что значит золотой сюрикен. Подписывайтесь, не такое видите. Но опять же говорю, если бы она стояла в уровень, где я стою, а не выше, у меня бы сюрикены долетали. Рука больная, спина вернее под лопаткой, поэтому не хватает мне силов добросить. А так бы я добросил. Вот так. Мишень чистая, ничего не воткнуто. Красный прямоугольник. Конечно, желательно в красный квадратик. 50 метров. Надо воткнуть сразу туда. Не рикошетом, не рядом. Яблочко, конечно, желательно. Но меня устроит и средняя мишень. 60 на 120 сантиметров размером. Травма дает о себе знать. Попробовал сейчас бросить поверх мишени. А другой ушел левее. Ладно, 50 метров, 2 сюрикена. Золотой и обычный. С 50 метров надо воткнуть в мишень. Как бы в яблочко воткнулось. Целюсь яблочко. Блин, воткнулся куда-то, но не знаю куда. Но ниже мишень. Золотой, надеюсь, воткнется. Мимо. Ну не мимо, выше мишени воткнулся.
Сейчас посмотрим. Вот и золотой сюрикен. Летает как хорошо. Так, как он у нас там отнулся, как положено. Лезвием вперед. Так, а это куда воткнулся? Куда-то ниже мишени. Но отсюда не видно, значит... А может и видно, я просто не вижу отсюда.